Здравствуйте, дорогие любители ММА! Сегодня у нас UFC 244, который пройдет 2 ноября, но ну, в Москве можно будет посмотреть 3 ноября утром, потому что пройдет в Нью-Йорке Мэдисон Сквер Гарден, конкретно в этом выпуске Стивен Топсон против Висенты Люки. Стивен Томпсон по кличке Вандербой, 14-4-1, профессиональный рекорд, 36 лет, 183 сантиметра, рост последние два своих поединка он проиграл, причем Энтони Петтису нокаутом, Супермен Панч во втором раунде что было очень неожиданно. До этого в 2018 году проиграл Дарну Тилу решением в очень скучнейшем таком поединке. Вот не советую такое смотреть вообще. До этого он побеждал Хорхе Масвидала, между прочим, который здесь будет драться в главном событии. Видите, как все повернулось спустя два боя после поединка с Масвидалем, который он выиграл в 2017 году. Ну, до этого он еще проиграл Тайрону Вудли в большинством решений судей в 2017 году. И до этого, ну, это был титульный поединок до этого в титульном же поединке с Тайроном Вудли поединок свелся к ничьей. Ну, первый поединок с Тайроном Вудли еще более-менее нормальный, но второй это вообще скучнейшее противостояние. В общем, среди последних шести поединков у него две победы, одна ничья и три поражения. А если последние четыре поединка брать, то и вовсе одна победа и три поражения. И перспективный боец проспект Висенте Люки по кличке Silent Assassin. 17-6-1 профессиональный рекорд. Вот я 4 раза ставил на Висент, и он все время побеждал. Ну, точнее, голосовал за него. В этом, на этом сайте Это Полджи. Висенте Люки 27 лет. 178 сантиметров рост. В последней поединке победил Майка Перри с плитом в 2019 году. До этого Дерика Кранца побеждал нокаутом в первом раунде. Брайану Барбарену коленями. Потом еще панчами в нокаут отправил в третьем раунде. В 2019 году он провел уже три поединка. Да? В 2018 он провел два поединка. Победил Джалин Тернер. Джалина Тернера. Джалина Тернера. Нокаутом в первом раунде. Чедала Прайза нокаутом в первом раунде. Ника Прайза Дарси чоуком во втором раунде. Ну, правда, Леона Эдварса в 2017 году он проиграл. Ну, поединки провел, проводит он довольно часто. Это уже четвертый поединок за 2019 год, а Стивен Томпсон в свою очередь, так как бы не выступал толком последние года. Ну, в 2019 он выступал, в 2018 м выступал, но все по разу, как бы было, это довольно мало. А вот Висенте уже в четвертый раз выходит и боец находится в потрясающем то тонусе, да и возможно, ну я буду голосовать за Висенте Люки и если большой коэффициент, буду ставить на Люки. Очень крутой он боец. И тем более будет жаль Томпсона, если он проиграет еще раз. Но такова жизнь на Люке. Надеюсь, Люки андердог. Да, он андердог, но небольшой. За 2 и 1. Сложно здесь, очень сложно. В принципе, Стивен Томпсон может на дистанции сработать и тем самым победить. Но если ему это не удастся, если Люки будет сближаться, успешно, то есть навязывать ему свой бой, как он умеет. Он может и в нокаут отправить так-то Томпсона, и в партере он хорошо работает, если в партер перейдет, то тем более. То есть у него у Люки больше ключей к победе получается, просто тупо больше ключей к победе. Ну, на этом все.